И около 30 человек погибли в результате обрушившейся на Мексику непогоды. Страну атаковали сразу два мощных шторма. Ураган Ингрид надвигается на Атлантическое побережье, а тропический шторм Мануэль бушует на западе Мексики. Из-за наводнений на морском курорте Акапулько эвакуированы сотни человек. Все пляжи закрыты. С нефтяных платформ в Мексиканском заливе вывезен персонал. Основной удар шторма Мануэль пришелся на окрестности города Мансанилья в штате Колима. Средняя скорость ветра местами достигает 100 км. В час. Десятки населенных пунктов оказались заблокированы после схода оползней и обрушения зданий. Несколько рек вышли из берегов. Власти призвали местных жителей держаться подальше от рек и не покидать своих жилищ без крайней необходимости. На другом конце Мексики в любую минуту ожидают прихода урагана Ингрид. В штате Веракрус уже эвакуированы около 5000 человек.